Света, давай продолжим пословицы и поговорки всякие рассказывать и объяснять. Какую возьмем пословицу и поговорку сегодня? Ну, навскидку, утро вечера мудренее. И объяснять с точки зрения психологии, почему вот пришла на ум именно эта поговорка. Потому как сегодня мой рабочий день посвящен тому, что мы с людьми дистанцируемся от ситуации. То бишь, когда человека захлестывают эмоции, под этой волной чувств и впечатлений он не может найти решение задачи. И в этом случае, что называется дистанция, наверное, единственное, что может помочь. Народ он мудрый. Он много веков назад сформулировал это выражение «утро вечера мудренее».